раз от всей души, от всего сердца поздравляю всех с окончанием начальной школы. 4 года назад наши дети первый раз пришли в первый класс. Первый звонок, первый учитель, первая пятерка, первая двойка. Да? Первая радость и первое огорчение, победы, успехи и поражения. 4 года пролетели быстро и незаметно. И вот наступил день нашего с вами прощания. Мы стали друг другу родными людьми. Мы так привыкли друг к другу. Мы знаем друг друга. Мы понимаем с полуслова друг друга. Но время нас не щадит. Жизнь продолжается дальше. И впереди у вас следующая ступень школьного образования. Она будет очень серьезной. Будет много учителей, много кабинетов. Сначала вы будете как первоклассники в начальной школе. И к вам будут относиться еще как к первоклассникам, только в среднем звене. Ну а потом уже будет другое отношение. Серьезное, требовательное, результативное. Я вас всех-всех поздравляю с вашей радостью с этим праздником, окончанием начальной школы. Желаю вам всем крепкого здоровья. Дети, дорогие мои, родные, не болейте. Хорошо, летом отдохните, витаминов побольше наберитесь. Закрепите свой иммунитет. Желаю вам в среднем звене только 4 и 5. У нас замечательные результаты. 9 отличников в нашем классе. Это немало. И спасибо большое этим детям, родителям, потому что постоянно я думала о том, как, с одной стороны, хорошо быть отличником, а с другой стороны, это надо вот всегда быть готовым. Всегда, в любую минуту, по любому предмету. И очень хорошо, что эти дети у нас в этом проявились с лучшей стороны. Но где-то, если вдруг было у некоторых, то желаю, что больше таких моментов не было. Отличники должны быть всегда отличниками. Желаю нашим отличникам в следующем звене подтвердить свои 5 и за 1-ю четверть, и 2-ю четверть, а также годовые. Я желаю всем остальным детям учиться только на 4-ке и 5-ке. Но просто так, я вам всегда говорила, что с неба не падают такие оценки, которые вы желаете получить. А желаете вы только 5-ки, причем не 4-ки. Да? Чтобы получить эти оценки, надо много трудиться, надо много стараться. И, конечно, каждый из вас должен к этому стремиться.